Всем привет! Сегодня я расскажу вам про новые бесплатные вещи в Roblox. Ну и давайте начнем. В этом видео я расскажу вам про лимитки, которые выйдут в Roblox в ближайшее время. Первая игра, про которую расскажу сегодня, называется Walmart Discovered. Игра доступна с 13 лет. Очень скоро в этом плейсе выйдет вот такая классная лимиточка. Освежающий весенний напиток. Тираж этой лимитки 6000 копий. Задание для получения этой лимитки пока неизвестно. Его мы узнаем, когда эта лимитка выйдет в игре. Следующая игра, в которой очень скоро выйдут несколько бесплатных лимиток, Big Draw Planet Go Make Wow. Мы уже получали в этой игре несколько лимиток. И очень скоро здесь станет доступен вот такой классный оранжевый костюм, пижама с капюшоном в виде карандаша. Тираж этой лимитки всего 600 копий. Но, по-моему, она выглядит замечательно. Также в этой игре мы сможем получить еще две бесплатные лимитки. Вот такой интересный костюм золотого карандаша. Тираж этой лимитки 24500 копий. Нам нужно будет выполнять какие-то задания в этой игре, чтобы забрать эту лимитку. Ну а также вот такой радужный костюм карандаша. Тираж этой лимитки тоже 24500 копий. Скорее всего, я сделаю отдельное видео, как получать эти замечательные лимитки. Поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. И еще одна игра, в которой очень скоро выйдут новые лимитки, называется Avatar Outfit Creator. Ссылочку на эту игру я оставлю в описании. Здесь мы сможем получить две лимитки, посвященные Пасхе. Это вот такой рюкзак в виде корзинки с пасхальными яйцами. Тираж этой лимитки 2000 копий. А также в этой игре станут доступны вот такие наушники в виде пасхальных яиц. Тираж этой лимитки тоже 2000 копий. Как получить эти лимитки, пока неизвестно. Вся дополнительная информация будет у меня в сообществе на YouTube, а также в моем телеграм-канале. Ссылочку на него вы найдете в описании под этим видео. Ну что ж, ребята, ждем обновления в этих играх и появления возможности получить эти лимиточки себе в инвентарь. Обязательно поставьте лайк под этим видео, если вы хотите, чтобы я рассказывала вам чаще про бесплатные лимитки в Roblox. Ну а на сегодня все. Всем удачи, пока-пока!